Здравствуйте. Ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Меня зовут Анна Гончаренко, и каждую неделю я знакомлю вас с самыми крупными и актуальными событиями творческой сферы, а также с самыми яркими личностями искусства. Мы начинаем, не переключайтесь. 6 зарубежных театров приедут на гастроли в Россию. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Александра Островского. В программе ожидаются постановки по его произведениям, а также произведениям других классиков отечественной и мировой литературы. Театры приедут из Абхазии, Казахстана, Армении, Южной Осетии, Узбекистана и Республики Беларусь. В Словакии открыли бюст Пушкина. Открытие бюста русского поэта по случаю 224-й годовщины со дня его рождения прошло недалеко от словацкого города Нитры. По данным посольства, в мероприятии приняло участие порядка 70 человек. В Карачаево-Черкесии прошла всероссийская акция «Библия. Ночь». Помимо интеллектуальных игр, просмотра фильмов и мастер-классов, библиотеки республиканской столицы нашли чем удивить. Так, в республиканской детской библиотеке имени Никулина была организована встреча с участником запуска первого человека в космос Николаем Константиновичем Шолоховым. Николай Константинович участвовал в запуске в космос «Белки и стрелки», а также Юрия Гагарина. Обычно в это время двери Национальной библиотеки закрыты, а в читальных залах и книгохранилищах стоит тишина. Но «Библия ночь» решительно нарушила привычный распорядок жизни в учреждении. В этот день здесь для всех желающих приготовили большую культурную программу. Она прошла под девизом «Читаем вместе» и была посвящена году педагога и наставника. Гостей знакомили с именами и биографиями лучших педагогов Карачаево-Черкесии, с писателями, что выбрали профессию учителя, со знаменитыми авторами, ставшими наставниками молодых педагогов. Центрами книжности называли раньше, были мастера грамоты. То есть это наставники, которые помогали нашему подрастающему поколению детей, у которых были возможности обучаться частным путем. Они их обучали, они их наставляли, они им показывали все методы и формы работы. В этот же день распахнула свои двери фотовыставка «Молодые лица, читающие Карачаево-Черкесии». Название говорит само за себя. На этих снимках школьники и учителя с неподдельными эмоциями читают любимые книги. Фатима Тулпарова впервые выставляет свои работы для широкой публики, за что благодарит сотрудников библиотеки, которые, к слову, и подали ей идею запечатлеть на фото читающую молодежь. Мы решили ко дню библиотеки, такая акция интересная, «Библия ночь», провести небольшую фотовыставку. Мы работали с детьми, вся наша команда, проводили мероприятие «Неделю чтения» и снимали, соответственно, детей, которые читают, их эмоции. Им действительно очень нравится, у них есть свои любимые книги, детские, взрослые. Вот пятый класс, я удивилась, какие взрослые книжки они читают на самом деле. К слову, это не единственная выставка, с которой могли ознакомиться участники «Библия ночи». В этот день здесь было много книжных стеллажей с произведениями известных писателей Карачаево-Черкесии. Словом, программа в этот день была весьма разнообразна. И цель акции – поддержка чтения, по мнению ее организаторов, безусловно, была достигнута. Напомним, что «Библия ночь» проходит в нашей стране уже в 12-й раз и ежегодно подтверждает, что библиотеки по-прежнему остаются культурными центрами и местом притяжения для думающих и творческих людей. Сегодня у нас в гостях музыкальный педагог, аранжировщик, гитарист и барабанщик Александр Калмыков. Встречаем его у нас в студии. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, спасибо, что пришли к нам. Интересно с вами пообщаться. Давайте по порядку. Расскажите мне и нашим зрителям самое главное, на каких инструментах вы играете, как вообще вы связаны с музыкой? Потому что, знаете, столько информации, что... Ничего не понятно. В основном, Анна, мои инструменты – это струнные. Бас-гитара, гитара, реже фано и в основном на нервах. Ага, тоже бывает. Еще как. Так, хорошо, но я знаю, что вы даже работаете в студии звукозаписи. Да. У вас есть собственная студия, то есть еще вот таким образом вы связаны с музыкой. Конечно. Вы не стесняйтесь, рассказывайте. Что рассказывать?
Было время, когда мы основали здесь одну из первых студий звукозаписи. Это была студия «Star Trek» с Аликом Беслинеевым, Сергеем Рипаловым. И к нам присоединился потом Тимур Китов. В этой связи было очень много опыта. Почему? Потому что из них я был меньше всего осведомлен о том, насколько хитро устроен этот бизнес. Угу. Как и любой, наверное, бизнес. Да. В конечном итоге к Тимуру Китову приходили одни артисты, ко мне другие артисты, и к Сергею Рипалову приходили третьи артисты, да, соответственно. И мы делали аранжировки. Мы работали с артистами, мы писали песни с нуля, работали с материалом, который дает сам артист. И в конечном итоге выпускали радийные версии, которые, многие из которых вы слышите и от Звук М, вот, и либо просто где-то на праздниках. Ну, работали с такими артистами, как Александр Гум, Малика Богатырева и много-много-много-много других можно называть. Сейчас просто время, так скажем, закончится, а список не закончится. Список нет. Да. Потом, уже когда трек был готов... Вот эта студия до сих пор функционирует? Студия Star Trek не работает сейчас, да. Каждый из нас работает в своих студиях. Я также знаю, что вы преподаете в музыкальной школе. Чем занимаетесь там? В музыкальной школе я работаю как аранжировщик и постановщик концертных номеров. Угу. Есть преподаватели, которые занимаются тем, что учат правильно интонировать, то есть ровненько, чтобы ухо не резало. И малыши, и уже подростки учатся этому довольно успешно. Потом приходят в студию звукозаписи, мы делаем качественную фонограмму, и после этого мы... Это, кстати, входит тоже в наши обязанности. Мы производим видеоматериал с этой фонограммой. И человечек должен показать, как он чувствует эту фонограмму, как он чувствует смысл. Так, а это для чего делается? Для того, чтобы вы поняли, как, грубо говоря, во время выступления он будет себя вести? Есть ли вот контакт между музыкой, делается? Как артист, да, будет себя вести? Да. Почему? Потому что музыкальная школа выпускает артистов. После музыкальной школы в большей или в меньшей степени человек становится артистом и либо идет в музыкальное училище и консерваторию дальше, либо занимается чем-то своим, что ему по вкусу, но это же остается в душе, в Телеграме, ВКонтакте, ну, естественно, в Одноклассниках. Это остается, люди могут обратиться к этому и увидеть, вот каким он был 3 года назад. В нашей школе делается именно так. И вы можете зайти и увидеть. Так, хорошо, с музыкальной школой тоже разобрались. А ваша игра на инструментах – это хобби? Или это у вас какая-то группа есть? Группа «Рассолила». Группа? Да, по названию студии. Группа «Рассолила». Мы уже много городов объездили, записанные песни, их можно послушать. Ну, к примеру, альбом «На волю» вы можете набрать на любом ресурсе, и он есть «Рассолила на волю». Там есть 12 треков, включая кавер на известную песню R.E.M. группа «Losing My Religion». То есть там ваши струны, нервы и что еще? Третье что-то было? Любовь. Любовь, так, да. Хорошо. А как это все удается вам совмещать? Это вопрос не ко мне. Это как-то происходит само. Мне просто это нравится. Но тут без любви не обойдется. Почему? Потому что если бы не по душе было это дело, вряд ли бы можно было ночами сидеть, к примеру, над какой-то композицией или в студии, записывая альбом в течение года. Это, знаете, такой трудоемкий процесс, но он дает в конечном итоге гешефт очень серьезный. И когда ты выходишь на сцену, ты видишь эти горящие глаза, и у тебя есть возможность чувствовать этот интерактив. Если оно никак, ну, люди просто сидят и пьют там какие-нибудь интересные напитки. А ты продолжаешь доказывать, что вот, именно так я чувствую это все. А когда они включаются, когда конечно, они проводят эти токи через тело, они начинают танцевать, и ты уже видишь, о, вот оно оказывается как. В общем, любите все три своих дела, да. Но вот скажите, откуда там появилось, раз вы музыкант до мозга костей, экономическое образование?
Вы знаете, вот совсем одно, знаете, экономическое образование у меня отчасти. Почему? Потому что, обучаясь в филиале Ринха, был у меня такой опыт в жизни. Не завершил я его до конца. Почему? Потому что почувствовал, что это не совсем мое. И прямо из стен этого вуза сразу ушел поступать в музычилище. И вот тогда все срослось. Да, вот теперь действительно все срослось, потому что... Ну, там был такой момент, что явилось триггером. Я попросил, чтобы в этом учебном заведении, как и в любом... Организовали группу? Нет. Нет. На тот момент она была, но чуть-чуть по-другому называлась. Она называлась «Синий бархат», и именно с этим мы участвовали в «Новых именах» в 93-м году и заняли первое место. Я не об этом хотел сказать. Я попросил помещение для репетиций. Это была очень искренняя просьба юноши, который устал по подвалам ютиться. И, ну, подвалы есть подвалы. Там, здесь течет, там плохо пахнет. И пришел, а у тебя на гитаре плесень, ручки к тебе тянет. Это плохо, это неинтересно. Я попросил, и мне в довольно вежливой форме отказали, сказав, сейчас трактовка была такая: а что ты в музыке понимаешь? Ты нотную грамоту как бы сечешь? Все нормально? Нет? Я говорю, нет. Ну какой же ты музыкант? Я парировал очень просто. Я сказал, ну Пол Маккартни тоже до определенного времени не понимал и не знал. И тем не менее, он был в четверке, и он всемирно известная величина. Мне сказали, все равно не дадим. И я ушел. Юношеский максимализм еще да, бушевал. Да, я ушел, пошел в музычилище, и мне не просто дали комнатку, мне дали ключи от зала. И я сразу выставил весь аппарат там, и мы начали там делать. Но я ни в коем случае не заступаюсь, мне кажется, за вот такого преподавателя, грубо говоря, потому что студентам, молодым людям, в принципе, людям нужно давать свободу, да, для творчества, это важно. Абсолютно верно. Но экономические... Стены в том числе, это действительно другая область. Они просто, наверное, не понимали важность, да, вот такого дикое желание. А здесь, когда вполне в музучилище вам дали целый зал, они, понятное дело, знают, что-то классное, что-то интересное, что-то зажигает, воодушевляет и так далее. Согласен, но в любом вузе должна быть какая-то туса. Согласна, На празднике, когда выступает живой коллектив, да неважно, он свои песни или кавера играет, это веселее. Люди включаются, а сыграй это, а то можешь, это нет, а вот это могу. Ну давай, и вперед. Дискотека, 93-й год, довольно странное время было, но очень хорошая почва для развития всяческих талантов. И в тот момент я просто предложил, давайте сделаем это. Мне было отказано, ну и все. Я не просил их деньги на инструмент, у меня все это было. Я говорю, просто помещение, и все. Но я получил отказ, именно поэтому вы видите то, что получилось. Зато у вас все поменялось в жизни, видите как? Вдруг вам дали бы этот зал, да, или там какое-то помещение, и вы бы там доучили на экономиста, и по-другому бы сложилась ваша судьба. Добра. Да, 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 да. Есть да. такое, есть. Что нас не убивает, делает нас... Сильнее, конечно. Правильно. Александр, я знаю, что вы участвовали в бардовских фестивалях. Вот расскажите, в чем их изюминка и в чем их польза? Что вообще это такое? Вот что можно сделать на бардовском фестивале? Смотрите, сделать можно все, что угодно. По поводу пользы, это такой условный момент. Почему? Потому что люди, которые смотрят бардовский фестиваль и все, что там происходит по телевизору, это одна история. Одно. Люди, угу. которые приходят туда, и они включаются, и они видят, они все-таки менее эмоциональны, на мой взгляд, нежели люди, которые приходят на рок-концерт. Почему? Потому что волеизъявление у них, ну, такое, ну, покачаться, может быть, что-то попеть там, и все. С моей супругой мы сделали в давнишние времена программу, с которой катались, выступали и в пионерских лагерях, и там, что и сям. Что за программа? Это акустическая программа. Это не электрические песни, которые мы играем с группой «Рассолила». Это акустические песни, которые играются в скрипку, в гитару и в два голоса. А супруга, получается, вас поет? Или что? В меньшей степени, больше играет на скрипке. Угу. Да. Вот так. И это было очень колоритно в те 90-е годы, когда мы получили первое место здесь тоже на конкурсе. Это
явилась стимулом, и мы двинулись дальше, уехали в Кисловодск. В Кисловодске мы тоже сначала были на фестивале, потом познакомились с людьми с телевидения, тоже на телевидении провели определенный момент, там мы второе место получили. И также участвовали фестивале, который, вот я не помню, как он тогда назывался, вряд ли Домбайский. Почему? Потому что он был в Тюберде. «Горные вершины», скорее всего, он назывался. Клянусь, не помню, почему. И что это был последний год, когда он был в Тюберде. Потом они переехали, и теперь он назван именем Юрия Висбора, насколько я понимаю. Вот такой момент. Мы именно эту музыку акустическую, скрипку в гитару, в два голоса мы пели. Именно свои самостийные песни. Кому-то нравились, кому-то нет, не знаю. Все это понятное на любителя. Дело. Это вкусовщина, да. Но вот там мы начали, и вот последний год я был не в прошлом, а в позапрошлом году. Мы, кстати, были, да, вместе. Вот как-то так. Так в чем изюминка бартовских фестивалей? Вот что можно это там сердце. Сделать когда такого, человек, чего ты не можешь сделать когда вот в жизни? Человек поет именно сердцем, душой, у него нет, ну в основном, это сейчас появились уже такие коллективы, а раньше было так, вот есть гитара, как, да, Владимир Семенович Высоцкий, есть гитара, есть его внутренний мир, и есть слушатели, которые имеют возможность прикоснуться к этому. Вот в этом есть соль. Поэтому я и говорю, человек, который по телевизору посмотрел, у него есть возможность щелкнуть на другой канал. А тот, который уже там, он возле сцены, и он слышит, как человек волнуется, как он дышит, как он, ну извините, забывает слова. Но тем не менее, это его песня. Он ее прожил, и там очень много талантливых людей. Очень много. Кстати, часть из них записывают свою музыку тоже в студиях. Некоторые даже делают какие-то коллаборации с другими исполнителями. И так или иначе их песни видит мир. Не знаю, ответил я на свой вопрос. Влияет ли, вот смотрите, на музыканта, как вот на единицу творческую, то, что находится в данном месте в кругу единомышленников? Вот это вот будет пользой такого фестиваля считаться? Ну, смотрите, короля создает свита, есть такой момент. И в этом плане во многом я с вами согласен. Но, опять же, не для всех. Почему? Потому что есть люди, которые одиночки. И все. И вот он до мозга костей, он будет вот это. Даже если это, может, не очень красиво звучит, может быть. Может, не очень точно. Но он поет душой, и он один. И вот он будет доказывать всем, что красное – это красное, салатовое – это салатовое, а белое – это черное. По-своему, обязательно. Именно не белое-белое, а белое-черное. Ну, это его взгляд. Он видит под таким углом. А потому что иногда выступают люди, которые… они живут в таких стесненных обстоятельствах зачастую. Я уже не буду говорить какую-то финансовую подоплеку. Они пытаются рассказать, что с ними происходит. Это раз. Второе. Они показывают, что есть какой-то выход тем людям, которые не могут ни играть на гитаре, ни петь, ни, может быть, даже двигаться не могут, могут только смотреть. И таким образом происходит становление этого артиста и, может быть, в каком-то смысле, отчасти, воспитание того, вот кто лежит, двигаться не может, но смотрит и плачет. Потому что прям вот туда, куда нужно. Прямо попало. Александр, как вы считаете, какое направление музыки у нас в регионе сейчас является самым популярным? Потому что вот вы действительно и сами артист, вы и преподаете, и вы и записываете других артистов. Вот кому знать, как не вам? Ну, вы знаете, сложно сказать это прям. Я все-таки не критик. Но я мог бы предположить, что это шансон с, да вы что? Шансон с национальным отливом. Вы можете это увидеть, насколько больше слушают людей, которые поют, может быть, о любви, но в такой интересной как бы позиции. Это мне так кажется, я могу ошибаться. Но мне кажется, что это самое приоритетное. Почему? Потому что за это платят. Во-первых, приходят на концерты,
Ну, вы посмотрите, Султан Лагучев некоторое время назад пришел ко мне в студию. Мы с ним посотрудничали. Он помимо того, что певец, он потрясающий музыкант. Вы знаете, он гармонист от Бога. И у меня был опыт поработать с ним. Я выставлял звук. Это было не в Карачаево-Черкесии, это было в Ставропольском крае. Вот. И на тот момент я видел, как народ реагирует на него. Угу. Ну и вы можете сами сейчас сказать, в каком стиле он играет. Играет он ли стопроцентную национальную музыку? Ну а да, там, конечно, есть современные мотивы. И вот национальные, видите? И современные. Вот. Да, да, да. И вот где-то здесь это уже граничит с шансоном. Угу. Понимаете? И это так и есть. Я вот хотела спросить, тяготеет ли молодежь к шансону? Оказывается, в принципе, если Султан Лагучев у нас в таком стиле работает, то значит, в принципе, тяготеет. Есть и слушатели, да? Я не уверен, да? что Султан будет продолжать работать именно в этом стиле довольно продолжительное время. Почему? Потому что да, талант человека, он постоянно подталкивает человека к каким-то экспериментам. Это факт. И я думаю, со временем вы увидите, что я прав. Если я не прав, ну, время рассудит. Угу. Мне кажется, что он, просто видя его на сцене, видя то, каким образом люди зажигаются, когда он просто играет на гармонии и поет, это чуть-чуть другое, нежели то, что мы сейчас видим. Расскажите, пожалуйста, с кем вам из наших местных звезд, может быть, не совсем местных, приходилось работать? Да много с кем. Так, мы готовы слушать. Ну, хорошо. С Сергеем Рипаловым мы трудились над песней «Дежавю». Вот дебютная песня Алеки Богатыревой. Я думаю, получилось очень хорошо. Дальше, если двигаться, вот Нателла Чамба. Ну если чуть-чуть раньше брать, это Саша Гум. Угу. Это именно студийный момент. Все, что вот с Тимуром Китовым, к примеру, сделали, и с Олегом Бесленеевым. Да, там это Саша Гума писали песни. На сцене, именно на сцене в группе музыкантов, я встречался и с Кагалеговым, естественно, и с господином Биштовым. А если брать артистов, которые здесь, ну вот Лаура Акбаева, к примеру, да, Альбина Токова с Сережей, опять же, «Горный ветер» писали. Я во многих песнях присутствую как инструменталист, к примеру, в гитара. Вот, где-то мои инструменты используются в студии, где-то я сам. Я да. почему спросила, тяжелее ли, на ваш взгляд, работать с популярными людьми? Или даже наоборот, знаете, есть такое мнение, что даже проще. То есть человек точно знает, что хочет, четкое задание, и уже все идет как по маслу. От раза к разу не скажешь, потому что отношения могут измениться. Это человек, сегодня у него хорошее настроение, завтра у него плохое. Но, как правило, человек, облеченный славой, человек, облеченный каким-то таким опытом, так скажем, медными трубами, в основном мне попадались такие люди, которые очень душевные. Потому что вот этот момент, связанный со славой, он не дается просто так. Это очень много труда, это бессонные ночи, это какие-то удачи, какие-то поражения, ну, в каком-то локальном моменте. И потом человек опять встает и опять делает новую композицию. Может, кому-то она нравится, кому-то нет, но человек живет, человек развивается, человек мыслит. Песню, которую, к примеру, он выпустил 10 лет назад, он сегодня по-другому воспринимает. И все. И тебя по-другому воспринимает. Мало ли, ему не понравилось, как ты что-то сказал или как ты отнесся. Вот ситуация, к примеру, политическая. Сейчас очень много меняется. Очень много меняется. Поэтому как-то так. В общем, хороших людей больше. Нет, да, но... Хороших людей больше. Угу. Мне так кажется, да. По крайней мере, мне так кажется. Все, Александр, я вас поняла. С основными вопросами мы закончили, но у нас есть интересная рубрика. Называется «На блиц-опрос». Что это такое? Я вам задаю вопросы кратко, быстро. Вы также на них отвечаете. У нас будет ограниченное время, примерно 2 минуты. Чем быстрее ответите, тем лучше. Готовы? Хорошо. Итак, первый вопрос. Назовите 3 своих положительных качества. Терпеливость,
терпение и усидчивость. И усидчивость. Три негативных. Я злой. Так, хорошо. Прям злой? Я очень злой. Так, ладно. И очень злопамятный. Очень злопамятный. Так, хорошо. Самое большое достижение в вашей жизни? Дети. Дети. Если бы завтра утром вы могли бы проснуться, получить в подарок любую суперспособность, любую суперсилу, что это было бы? Память. Память. Феноменальная память, все запоминайте. Так, хорошо. Есть ли что-то, чем вы давно мечтали заняться, но пока так это и не сделали? И что это? Игра на саксофоне. Угу. Назовите ваше самое дорогое воспоминание. Детство. Безоблачное детство. Детство. Есть ли темы, над которыми вы никогда не будете шутить? И какие? Может быть, одна. Ну, видимо, связанная с родителями. Угу. Если вдруг вы встанете перед таким жизненным выбором, от чего откажетесь ради любви? Вопрос с подвохом. От чего откажетесь ради любви? Сложный вопрос. Ну, от чего-то будете отказываться? Да вы знаете, все на этой планете связано с любовью, поэтому в большей и меньшей степени без нее ничего бы не произошло. Поэтому я бы, наверное, не отказался. Ну, единственное, что, как у Гёте, жизнь. И самый последний вопрос. Хычин или шашлык? Да хычин. Хычин. Так, хорошо. Мы уложились в 2 минуты 10 секунд. Результат отличный. Александр, большое спасибо, что вы к нам пришли. Вам спасибо. Всего доброго. Ну а вы, дорогие телезрители, не переключайтесь, потому что совсем скоро наш сегодняшний гость проведет для нас с вами мастер-класс, в котором покажет упражнения для развития нашей фантазии. Итак, мы выполняем упражнение на развитие фантазии. Очерчиваем гипотетически поле для нашей Моны Лизы, и Анна проведет какие-то 4 рандомные линии. Как вам нравится? Отлично. Развитие фантазии заключается в том, чтобы увидеть в том, чего нет, что-то, что появляется посредством волшебства. И мы, к примеру, видим, кто-то видит животное, кто-то видит просто какие-то линии. Я, к примеру, вижу человека. Мы видим лицо, которая склонилась и смотрит куда-то. У нас скорбное выражение лица. Может быть, это Гомер Симпсон, а может быть, это его супруга, которая с прекрасными волосами вот таким образом, ну, вот так, смотрит на какой-то момент, который может быть похож, откровенно, да, говоря, на iPhone. Есть такой вариант? Один из вариантов может быть такой, второй вариант может быть, к примеру, мы дорисовываем шапку. И это уже не женщина, а, к примеру, мужчина, который с какой-то интересной накидкой ведет очень вот такой... Видно уже, да, что это не женщина, а уже как бы мужчина. Таким образом мы можем развить фантазию, и используя буквально образы на всем, что попадает в поле нашего зрения. Поэтому, используя вот это нехитрое упражнение, мы можем видеть красоту. И чем чаще вы будете использовать это упражнение в своей жизни, тем больше раскрытие фантазии, именно вашей, произойдет в вашей жизни. У вас все получится. Всего вам самого доброго. А теперь к предстоящим событиям. До 13 июня в Карачаево-Черкесской картина-галерее пройдет фотовыставка «Космический взлет чайки». В экспозицию войдут редкие фотографии, которые познакомят зрителя с особенностями подготовки к космическому полету и раскроют подробности обычной жизни покорительницы орбиты Валентины Терешковой.
А по 12 июня в Государственной национальной библиотеке КЧР имени Халимат Байрамуковой пройдет выставка о творчестве художника Кашализа Арманбетова. 5 июня исполнилось 65 лет со дня его рождения. Он является членом Союза художников России, членом Международной ассоциации Союза дизайнеров, заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан и Карачаево-Черкесии. Особенно выставка будет интересна будущим или начинающим художникам. Это была программа «Культурный экспресс». Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго и увидимся ровно через неделю.